Да, вот такой вот красавец к нам приехал. Не единственный. Целая партия из 5 штук. Мини-экскаватор Люгонг 9018F. F — это новая серия для европейского рынка. Как утверждает производитель, все комплектующие от мировых производителей, лидеров. Двигатель Yanmar, гидравлика японская, распределитель Bosch Rexton. Вот. Ну, в принципе, мне уже нравится оптика светодиодная, хорошая. Включали, когда выгоняли из 40-футового контейнера, светит очень хорошо. Идет удлиненная рукоять. Глубина копания почти 2,5 метра. Удлиненный отвал с расширителями. Там они просто сейчас пристегнуты. Ну, так транспортировали, чтобы меньше места занимало. Вот. С опцией возврата в холостые обороты функцией. С дополнительным противовесом. Все они идут. Управление стандартное, как в любом мини-экскаваторе. Правый, левый джойстик. Правый — это у нас выворот ковша поднятия стрелы. Левый — это у нас идет вправо-влево поворот башни. От себя на себя — это рукоять. Поворот стрелы отдельной педалью вынесен слева. Стандартный ход с дублирующими педалями. 9018F. Вот. Ну, пока впечатления положительные. Посмотрим, как оно будет. Что здесь у нас на шильдике? На шильдике у нас 1,9 тонны. 13,4 киловатта двигатель. Модель 9018F. Дата выпуска 2022 год. Открываем. Дверь у нас прищелкивается. Вот таким вот образом ее можно отщелкнуть. Все стандартно. Ручник. Если он опущен, то мини-экскаватор мы не заведем. Снизу аккумулятор. Здесь включение, отключение басы. Сиденье с регулировкой по весу, по высоте механизатора. В этой модели здесь подставка для ног. В моделях, которые побольше, здесь вынесена педаль активации доп. Линии гидравлики. Ну, то есть от себя к себе. Танковый ход, так называемый. Дубль педали. Если оператору надо выполнять какие-то действия, руки заняты, он может передвигаться с помощью нажатия педаль. А здесь активация доп. Линии. Вот эта педаль. И поворот, собственно, стрелы. Та педаль. Бортовой компьютер достаточно большой, достаточно информативный. Вот. Функция возврата в холостые обороты. Один подлокотник. Если опустим, второй подлокотник. Вот. Достаточно все компактно, удобно. Здесь свет включения, отключения. Проблесковый маячок. Переключение на расширение гусеницы и на отвал. Это у нас стеклоомыватель. Боковые окошки открываются. Одно открывается, второе открывается. Переднее тоже поднимается кверху. Но сейчас одной рукой просто неудобно, не отщелкну. Вот. Достаточно интересный. То есть печка стоит абсолютно простая. Стандартная печь. Магнитола стоит. С блютузом, с ауксом. Вот. Ну, флешку можно ставить, да, чтобы оператору не так скучно было. Вешалка есть, крючок для одежды у оператора. Колонки сзади две. Подстаканник есть. Так. Ну, сзади есть место, можно что-то положить. За сиденьем есть сеточка, оператору что-то тоже положить. Там у нас какие-то бумажки от китайцев. Вот. Кнопочка аварийного отключения. 70 килограмм сейчас. Я хоть и вешу 85, но мне в принципе комфортно. Ну, вот такой вот мини-экскаватор, надеемся, будет радовать наших покупателей и не будет подводить. Вот. Веру в это вселяет то, что производитель дает гарантию
36 месяцев, либо 5000 моточасов, базовая гарантия. Зеркала складываются. Вот. Ну, будем надеяться, что он будет радовать наших покупателей и не одних.